Привет, друзья! В рамках проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота России опубликованы кадры высадки десанта большим десантным кораблем «Адмирал Невельский» проекта 775-2 и большим десантным кораблем «Николай Вилков» проекта 1171. Десантный корабль «Адмирал Невельский» является четвертым в серии из 13 кораблей проекта 775-2, которая является развитием кораблей проекта 775. Корабли проекта 775 созданы для замены стареющих десантных кораблей проекта 1171 и являются основой российского десантного флота. Десантные корабли проекта 775 строились с 1974 года по 1985 год в Польше на верфи Стоцни-Аполоцна. Всего было построено 25 кораблей. За годы своей службы корабли совершили множество походов и хорошо себя зарекомендовали. Вооружение корабля проекта 775-2 – две спаренные 55-мм артиллерийские установки АК-725, две пусковые установки РСЗО А-215 «Град-М» и 4 ПЗРК «Стрела-3». Корабли проекта 775 имеют артиллерийские установки АК-630М. Корабль может транспортировать 10 танков весом до 41 тонны и 340 десантников, или 12 единиц бронетехники и 340 десантников. Полное водоизмещение корабля – 4080 тонн, осадка – 3,7 метра, скорость хода – 17,5 узлов, дальность плавания – 6000 миль, автономность плавания – 30 суток, экипаж корабля – 98 человек. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.